Квартира в многоэтажке на Большой Садовой горела в воскресенье. Огонь вспыхнул около 10 вечера на третьем этаже доходного дома купца Константина Маврагардата. Это номер 84. На место приехали несколько пожарных расчетов, 40 спасателей и 8 единиц техники. Эвакуировали 10 человек, и пострадавших в итоге нет. Полностью пожар ликвидировали за полчаса. 64-летний рыбак утонул в Аксайском районе. Как сообщает МЧС, он ловил рыбу в Дону недалеко от хутора Алитуб. Лодка перевернулась, и выбраться из холодной воды мужчина не смог. Тем более, что был он без спасательного жилета. Тайный матч сыграли в завершении зимних сборов футбольные «Ростов» и «Локомотив». Не секрет, в нем только итоговый результат – наше поражение. Ваханя открыл счет на 53-й минуте. Но в концовке после 74-й минуты москвичи забили трижды, да еще и пенальти не реализовали – 1-3. Теперь впереди возобновление чемпионата страны. 1 марта принимаем «Крылья Советов». Определились пары финала 4 Кубка России по гандболу. Жеребьевку провели на выставке «Россия» на ВДНХ с участием сразу 3 ростовских олимпийских чемпионов. Причем гандболисток среди них не было. Их судьбу решали двукратная чемпионка по синхронному плаванию Влада Чигирева, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный и двукратный олимпийский чемпион по современному пятиборью Андрей Моисеев, сравнивший эту церемонию жеребьевкой лошадей у пятиборцев. У каждого спортсмена был свой, так скажем, секретный повод, как это сделать. Кто-то клал деньги в карман, кто-то чесал спину левой или правой рукой, ну и так далее. То есть это было очень захватывающе и интересно. Вот. Но я думаю, здесь все проще, кажется, сегодня. Здесь все действительно было проще. Влада вытянула первым Ростов-Дон, а Никита ему в сопернике, что важно для интриги финала, не ЦСКА. Кого нужно? Говорите быстрее. Волгоград, да? Холодный шарик. Холодный шарик. Волгоград, значит. Самые опытные. Все, Волгоград еще. Обратите внимание, никто не помикшировал шары. Может быть, они что-то знают? Ну, у меня Лада. Ну что ж, отличный выбор. Итак, 6 апреля в Ростове в полуфиналах Кубка играют Ростов-Дон Лада и ЦСКА Динамо Синара. Финал на следующий день, 7 апреля. За полторы минуты 4 мяча и 2-2. Так резво начали встречу Ростов-Дон и Черноморочка. А потом наши девушки напомнили, что именно они – лидеры чемпионата тремя безответными голами. А главное, по-настоящему вернулась Моногарова. В игре с ЦСКА она только восстанавливалась, а тут стала лучшим игроком, забрасывая эффектные мячи. В середине тайма наш отрыв вырос до плюс 5, но к перерыву чуть сдулся – 17-14. А в начале второй половины ростовчанки не забивают 3,5 минуты, и новороссийская команда сравнивает счет. Ответ наш был жестким – 5-0, и дальше уже без эксцессов. Выделить можно гол нашего вратаря Казьменко, после которого преимущество выросло до 7 голов, и пару мячей игрока молодежки Казихановой, подменившей травмированную Кожакарь. Мощную точку ставит сверхдальним броском Зеленкова – 35-29. Следующий матч опять же с Черноморочкой – 7 марта, но уже в Новороссийске. Если посмотреть прогноз погоды на новую неделю, возникает эффект дежавю. Ведь если верить синоптикам, метеоусловия совершенно не поменяются, за исключением мелочей. Ночью сегодня минус 3, во вторник плюс 5. При этом ясно, без осадков. Атмосферное давление выше нормы 764 миллиметра ртутного столба и сильный ветер 7 метров в секунду. И так практически до конца недели, разве что ветер к выходным постепенно стихнет и облака набегут, но все еще бездождевые.